Привет, друг! С тобой Аван. Продолжаем играть на сервере Deva Project, все как всегда, и сегодня вместе с тобой будем открывать донат-кейсы. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что на этом сервере у меня свой личный промокод Evan. Вводи его при регистрации большими буквами и забирай ценные бонусы. А в конце, когда ты отыграешь на этом проекте 100 часов, ты сможешь забрать BMW M4 на виниле. Поэтому все нужные ссылочки есть в описании, заходи, вводи и получай бонус. Ну что, сегодня я задонатил 5000 рублей на этот проект, но из них я потрачу на кейсы всего лишь 2000. А почему остальных 3000 я тратить не буду? А вы узнаете уже в следующем ролике, который выйдет достаточно быстро, все как всегда. А если хотите, чтобы следующий ролик вышел как можно быстрее, тогда давайте на этом ролике соберем 50 лайков, и следующий ролик не заставит себя ждать. Поэтому что, мы приехали на военную базу, будем надеяться, что нам выпадет что-то секретное, что-то офигенное, и нажимаем клавишу почему F10, F1, заходим в достижения, вернее в кейсы. Мы уже с вами в предыдущей серии, когда выполняли достижения, два кейса открыли, посмотрели, как это выглядит, выглядит достаточно прикольно. И сегодня будем открывать еще кейсы. Тем более сейчас зима, новогодние праздники, не знаю как, может уже люди пошли в школу, не знаю. Но здесь присутствуют скидки на кейсы, поэтому будем открывать. У нас уже есть один в наличии злой Санта, мы отыграли промокод Happy, который 10 часов длился, и нам дали кейс злой Санта, поэтому давайте его откроем. Здесь мы можем получить разные эксклюзивные автомобили на разных винилах и также скины, поэтому активировать прокрутку. Пошли, я надеюсь, там было бы что-то дорогое. Если честно, в Поршиках, Феррари, вот этих всех не шарю. Окей, продать за 40 тысяч или забрать. Вот это начинается то чувство, когда я могу сейчас вот продать, а мне потом напишут: ты шо, Эван, он дорого стоит, давайте поэтому заберу, тем более мне не в чем ходить. 3 тысячи нам нужно оставить, поэтому давайте откроем каждого кейса по одному. Здесь есть слой Санта, давайте его еще раз добьем. Откроем еще один кейсик и надеюсь, там выпадет что-то годное. VIP Gold на 3 дня, зачем? Забрать. Забираем тогда, что у меня все равно есть уже еще 3 дня. Ладно, давайте еще раз один откроем. Я хочу выбить какую-то тачку, желательно дива, но зачем вип-босс, серьезно? Забрать. Меня сейчас обновится, да? Нет, не обновился. Можно мне уже тачку, нафига мне вип? Кстати, рулетка очень быстро вращается. Это пиздец. Продать. Я уже косарь всрал, а мы так ничего не выбили. Ладно. Переходим к кейс-босс. Здесь нас приветствуют разные автомобили, разные суммы. И мы будем надеяться на Чирон. Пожалуйста. 3600. Я в шоке. Просто только что открывали. Ты что гонишь? Опять VIP? 3600. Пиздец. Ладно, давай еще раз один откроем. 1500 как и не было. Это пиздец. Я думал, сейчас зайду, тачку заберу вообще на изи, подниму денег. Угу, поднял, конечно. Голден, что здесь в голдене? Здесь деньги, 250 рублей в гонщике, что есть в гонщике? Такие себе тачечки, я вижу вот эти суммы, и я не хочу его открывать. 88 рублей, кстати, не так уж и много. Самурай мы еще не открывали, японский кис, погнали его откроем. Посмотрим, что здесь нам выпадет. И 15 тысяч. Я в шоке от моего везения, что мне ровно выпадает нихера. Выпадают одни тачки. Голден стоит 140 рублей. Че, откроем его или два гонщика? Два гонщика нам не хватит, но давайте откроем Девонабра. Девонабра такие себе тачки. Может, свой кейсик написать, чтобы сделали, а? Ладно. Давайте тогда откроем Golden за 140 рублей и будем надеяться на что-то нормальное. Поэтому я глаза закрою. Конечно, звука нет. А может, есть звук, я просто его вырубил. 120 тысяч. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это не самое плохое, что отсюда могло выпасть. Но не самое лучшее.
2000 ушло, как и не бывало. В итоге мы что? Мы выбили скин Снегурочки, где его вообще взять можно. Ладно, будем в Тревора бегать. Я ж не думаю, что здесь идет привязка именно по полу персонажа, что ты не можешь одеть, например, женский скин. Поэтому приехали в магазин одежды и будем, надеюсь, переодеваться именно здесь. Гардероб. Да, да, во. Ты посмотри, какая ляля, какая цыпа, какая цаца, просто какая неземная, просто, о, ты шо, ты посмотри, какая она кликбейтная, ох, ты шо, а я не понял, а что там черное, это что? Я, получается, 400 рублей заплатил, чтобы на это черное смотреть, или не 400, а 270, ну да ладно. И, кстати, да, это не все открытие кейсов. Если мы зайдем в F1 в награды, и здесь у нас есть подарочные коробки, которые тебе нужно отыграть энное количество часов, и тебе будет доступна вот эта разная коробка с разными бонусами. Один раз я отыграл буквально 3 часа, или сколько здесь нужно отыграть на серебряную коробку, и открыл. А как это было, вставочку, я надеюсь, не удали, она будет именно сейчас. Так, пацаны, у меня появилась ежедневная серебряная коробка. Нажмите B, чтобы открыть. И сохраняем интригу. И что нам выпадет? VIP-статус Silver на 2 часа. Окей. Открываем еще одну серебряную. А, еще VIP на 2 часа, понял. Вот так мне выпало отсюда VIP и другие бонусы. Ну а в принципе на этом все. Вот так мы просрали, можно сказать, 2000, выбыли почти ничего, кроме вот этой ляли, цыпы, цыпочки. В колготках, конечно, капец, у нее ляхи, это пиздец. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики по Devo Project. Также в следующей серии мы узнаем, для чего же я оставил 3000 рублей. Кто играет на сервере, они-то знают для чего, вернее догадываются. А те, кто не играют, они не знают. Подписывайся на канал, ведь наша цель 10 тысяч подписчиков к Новому году. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем Яматэ Кудасай!